кивнул с эстрадой ей трубач, гребя трубой, как в насморке. Он и прозвал ее трепач, принцесса с нижней масловки. Он подтянул трепач штаны и врезал румбу с перчиком, а ей, принцессе, хоть бы хны, едва качнула плечиком. Мол, только пальцем поманю, слетятся сотни соколов. И села, и прочла меню, и выбрала бифстроганов. Интересные слова. Облака плывут, в Абака, в Колыму. Спрашивайте, мальчики, почему? Спрашивайте, мальчики, у отцов. Вот, они завораживали. Это были песни Александра Галича, который вернулся к нам уже в виде своих песен. Это не маленький, так сказать, личный подвиг. Это, ну, огромное, так сказать, масштабное противостояние художника и системы. Александр Дов, ваш земляк, посвящение Александру Галичу. Париж за створками окна, замызганный бульвар, чужая мутная луна летит на тротуар. Густой гостиничный амбре, скрипучая кровать. Как много пыли на ковре, как страшно умирать.